Всего 103 балаковские многодетные семьи изъявили желание получить бесплатные участки в Натальино. Информация о том, что очередной перечень участков ожидает своих владельцев, появилась на сайте администрации Балаковского района 1 августа. Всего на сайте у нас было размещено 520 земельных участков, которые были по состоянию на 1 января 2017 года. До 31 августа принимали заявление, потому что 1 августа мы разместили в течение 30 дней согласно действующему законодательству. Всего поступило у нас на сегодняшний день, ну, то есть на дату завершения приема заявок, 103 заявления. Прием заявлений проводился в течение месяца. Еще месяц их будут рассматривать. И если раньше желающих получить заветные участки было как поступающих на престижную специальность в хорошем вузе по 3-4 семьи на участок, то сейчас все, кто подал заявление, землю получат, если, конечно, они подходят под критерии. Все зависит от того, в каким ты в очереди числишься. И без разницы, когда ты его написал, условно говоря, 1 августа или 31 августа. Если ты стоишь на очереди первым, то ты будешь получать это в первую очередь. Но если люди не успели по той или иной причине написать в связи с отъездом или, условно говоря, ну, много есть факторов, то это не зависит, что мы не значит, что мы все больше принимать это не будем. В любом случае, перечень земельных участков уже только в новом году будет опубликован. На 1 января 2017 года в очереди на получение земельных участков стояли 520 балаковских многодетных семей. Поэтому и был сформирован список из 520 участков. По закону перечень должен вывешиваться не реже, чем раз в год и покрывать всю очередь. Однако на практике получается по-другому, ведь никто не сможет предугадать, сколько третьих малышей родятся в балаковских семьях и подарят своим родителям право получить бесплатную землю. То есть сколько будет населения многодетных, столько у нас земельных участков будет. Данное количество мы и опубликуем. Любой желающий, который не воспользовался своим правом в 2016-2017 году по той или иной причине, сможет им воспользоваться в 2018 году. На сегодняшний день на учете состоят 618 балаковских многодетных семей и 123 семьи, проживающие в Натальинском и Буквоотрогском муниципальных образованиях. Как оказалось, получить участок они могут только там, где прописаны, то есть городские в городе, а сельские в своих МО. Кстати, для удобства многодетных участки, которые были сформированы в августе этого года, уже имеют адреса с улицей и номером дома.